Вот так вот, ребятки, тетеревов тут гасят у нас. Молодые выводки, как правило, по земле бегают. Вот. И тонкость этой охоты заключается в том, что нужно успеть разглядеть их на земле. Как правило, они слышат и заранее убегают, не взлетая. А те, кто решает затаиться, потом вот так вот неожиданно влетают из-под ног. Очень утомительное это занятие. О, Зоя у нас похмелье. Вчера немного посидели. Пошел в лес специально расходиться. Но, блин, жара 30-ку. Кошмар. Вши эти лосиные задолбали всю башку и искусали уже. Литровая бутыль, блин. Один литр ровно. О! Одежду всю поставлял. Китель все снял, потому что невозможно, он весь в поту. Все руки он исцарапаны ветками. И в одежде никак, и без одежды тоже не очень. Поднял несколько косачей, но без выстрела. Тактика охоты довольно проста, в принципе, нужно первым увидеть их. То есть на земле желательно взглядеть их до того, как они взлетят, потому что в этих ветках очень проблематично стрелять, поэтому лучше выстрелить на земле, ну, либо на открытое место где-то, чтобы можно было в лед. Ну что, еще березнячок прочешем и домой.
угли. Курица, что ли? Блять, не ракуша. Ну, блин. Ну что, по мужики, с полем? Футболку. Футболку снять пришлось, потому что вся вообще насквозь вымокла. Добыл маракушу, как говорят, или копалуху, правильно. Ну, тетерку, в общем, по-нашему. Ну, блин. Во-первых, не очень-то я и видел. Но с другой стороны, охота осенью на них официально разрешена. То есть весной понятно, что недопустимо, да, хоть с точки зрения этики, хоть с точки зрения здравого смысла бить тетерок по одной простой причине, потому что они садятся на гнезда. Конечно, специально стрелять копылух я бы не стал. Я вообще мог это видео не показывать, но зачем как бы кривить душой, зачем что-то там придумывать. Поэтому все показываю как есть. Ну вот, парни, такая вот курочка. Небольшая, почти с рябчика. Чистенькая, все. Пойдет мне на супчик. О, что-то упало. Сердце там, желудок вот. Сердце, печень внутри, желудок вот. Все вот. Чудненько. Ну все. Очень трудовая была охота. Тяжкая. Но расходился. Свое добыл. Как говорил батя, одних петухов стреляешь, что? Куриц сам топтать будешь. И так как тетерева мы отстреляли, разделали, и нам ее нужно как-то транспортировать, то по новым правилам даже транспортировка без вписания запрещена. Поэтому берем путевку. Не понял. А, вот. И вписываем. Вписываем место. Так, дата сегодня 29 или еще 30. Вот. Число, дата, количество, место. Все. Теперь мы абсолютно законно перевозим добытую дичь. Так-то так. Так что все, мужики. Давайте. Сухого всем пороха. И удачи на охотничьей тропе. Ну а мне самое время вернуться домой. Пока.